простая, можно не думать. Можно чисто на удачу. Да. Это на удачу игра. 36 карт. Нумерация от 1 до 6. 36 разных вариаций. Сзади и спереди. Угу. Есть разные варианты игры. Я 3 привез. От 2 до 6 игроков. Ну, 2-3 игрока для одной колоды. Если добавлять еще одну колоду, то можете играть от 3 до 6. В общем. Там двухсторонние карты. Да, там двухсторонние карты. То есть базово тут 5 очков, но получается эта рубашка, вы ее видите, это 4 очка. Вы можете взять и положить ее перед собой. 4 очка. Я должен взять следующую карту и набрать больше всего очков. Как я могу перевернуть ее? Да, или должны сразу перевернуть. То есть решаете, показываете рубашку, минус одну очку, или переворачиваете как бы наугад. Посмотрите, а потом решать? Нет, надо сразу решать. Это игра, игра очень быстрая. По одному, да, там, совершение по одному. Да, по одному. Вы можете что-то получить. Вот, 5. Все. Ничья. Откладывается в сторону. А что ничья? Что ничья? Потому что... Если минус... черный минус 1 очко? Да. Нет, если рубашка. То есть вы можете рубашка решить белую сторону. Я могу. Можно. Рубашку видно. Да, все. Это ничья. Это откладывается. Заберет это тот, кто в следующем раунде выиграет. 3. Вот. У меня сейчас я могу или 2 взять и проиграл, вы это все заберете, или попытать удачи. 3. Еще ничья. Да, там написано в правилах. Такой же принцип. Да что ж такое. А 3 уже было? Что, как она лежит передо мной? Нет, вы ее просто собираете, не переворачивая, да, потом подсчет очков идет. Ага. Игра именно чисто, кто самый удачный. И черный будет в конце приносить на минус, да, на одну очку меньше. Вот такой вот принцип. Следующий ход делает проигравший. То есть я проиграл, я делаю 5. То есть вы должны решить сами. Если вы увидите, то вот так не знаю. Да что ж такое. Я везучий сегодня, я пепси хлебнул. Не, ну вот вы берете до конца колоды? Да, до конца колоды, она очень быстро. Просто вводить 3 раза одну и ту же колоду, например, как в Саботере или в чем-то еще, было нецелесообразно, потому что игра простенькая, для расслабона именно чисто отвлечься, пообщаться. Да, когда вы видите, что, например, вы выигрываете, и вот такие вот моменты бывают, вы можете просто сделать так вот, 0. Ну, тактика игры, чтобы дать противнику меньше очков. Да. А как потом определишь, что это 0? Не, ну, это 0, считается только черное. Он 0 изначально. Он 0, да, изначально. Ха! Победа была за мной. А у тебя интересно, кто победил? Считаем. 4, 8, 12. Раздается так, чтобы вы не видели рубашку. Вот так. Вы поймете почему. Вы рубашку не смотрите. Вот. Только вижу верхнюю троечку и все. Нет, вы ее берете в руку. Это ваша рука. Ага. Вот так. То есть ты берешь вот. Я вижу вашу рубашку. Черными от себя. Да, да, да. Мы одновременно должны выложить карту. Притом карта выкладывается рубашка кверху. Вот так все берем и ложим карту. Рубашка кверху. По какому принципу? Больше. А по какому ты не видишь? Да, вы видите только лицевую сторону. Вы можете играть, ничего не изменится. Так вот. Да. Нет, подсчет очков идет с двух сторон карт. У кого с двух сторон карт больше, тот и выиграет. А приходится одновременно или ждать? Нет, одновременно. Но так вы увидите рубашку, соответственно. Конечно. Да, поэтому одновременно вкладывается. 6. 11. Ну, на шестерке когда так кончится. Ну да. 13. 7. 8. 12, 12 шут. Да. Куркулируйте, куркули. 5. 2. 6. Равна, равна. Потом тоже подсчет идет с двух сторон. Выигрывает тут больше очков. Теперь последний ход. Вы забираете оставшуюся карту себе. 8. Конем ходи. 7. А. Тут явно победа видно, но ну, да. Ранец, бессмысленно считать. Все, это просто унижать вас. Мне кажется, что
ну, без обид, как бы, но игру можно сократить, вот просто раздачей 12 карт и посчитать, кому сколько досталось. Пожать. Ну, знаешь, есть же таких, например, возьмем Уна, да? Вот возьмем игру Уна. Блин, нужно. Ну, это один из режимов, но, знаете, как, чтобы разнообразить игру. Ну, то есть, чисто для удачи, вот как всегда. Есть такое понятие игры-конструкторы, да? Нет, Уна там надо полить, чтобы это вот подкинуть, когда такая же карта выходит. Если она тебе еще придет, тебе на руку. Ну, те какие-то есть, вот сидишь и смотришь, вдруг такая же выйдет. Третий режим, выкладываются все карты сеткой. Ой, это вообще прекрасно. И начинает. А, я думал, мордобойник. Каждый начинает поднимать карты, главное не поднять одинаковые с двух сторон. Тогда он просто взрывается и вылетает из игры. Типа дубль с двух сторон. Прям реально? Сколько человек? Давай сыграем. Кстати, эту колоду можно использовать, кому не идет на кубики, в любой игре вместо кубиков просто. Вытаскиваешь с колоды любую карту. А сам нет, 6 одинаковых. В общем, в конце игры выиграет тот, который наберет максимум, ну, подсчет очков со всех сторон. И не вылетит с комнаты, да? Нет, игра идет до последнего вылетевшего. Вот если я, например, взял, взорвался, вы остались, то вы имеете право потянуть еще одну карту, игра заканчивается. Да, короче. Дубль. Спрашивает такое, а если кто-то вытаскивает дубль? Это все игры с футболом, это ваше. Окей. Юра, по-моему, да. Есть способности влиять на реальность. Нет, ты подумал, ты программируешь реальность, то есть раз. Все, забирай себя. Мы теперь тянем единички, но не будет дубли там. Да, 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 вот это. Да. Можно смелый цель. Я рискнул, да. А вероятность в двоечках как бы реально теперь. Да, опять. Палец на слюне. А черный ты показываешь, да? Да, показываю, что не знаю. Понятно, показываешь. Значит, он уже. Ну нет, чтобы вы видели, какие он очки взял. Например, я взял 1.5, он 1.6. Ну поэтому понятное дело. Может, тянешь, он уже шестерку из единички вытащил. Слини пару. Не, ну так 100% шанс, что мне не забыли. Пятерка есть. Так риск – благородное дело. Да, я начал свой риск. А, блин, я выиграл. Подожди. Ну ладно, совет взял. Тяни, теперь ваша очередь. Что ты мухлишь? У них карты коплены, он знает. На рисунках, как оно там же дальше. Да. Стоп, я сейчас. Да. Вылетел. Все. Поехали три. Тяни время. 5-5. Все, у вас последний ход. Единичку бери, единичку. Я пятерка. Пятерки нету. Какие считаешь? Обе с обе стороны? Да. Без никакого штрафа, просто подсчет идет. 46. Не, ну тут нормально, тут нормально. Тут на памяти, на визире. Ну тут уже можно хоть чуть-чуть считать. Тут лучше. Да, 50. Да, 57. 57 выиграл. Если сразу не забыл, первый только ход стрелка. Да, да. Первый ход стрелка. Ну на удачу, чисто на удачу. Меня. Я в эту игру хочу...